Всем привет, друзья! Всем спасибо, кто пришел на стрим поддержать меня. Приступим. Супчика. Так, кстати, все эти дела у меня вышли на 1070 рублей. Креветочки. Давайте пирог порежем. Что за пирог? Ух ты, мягенький какой. Короче, тут картошка, пюре, сыр, моцарелла, по-моему. Ну и зелень какая-то. Реально, пюре желание. Контора называется Суши Моджи. Всего лишь одна креветка, что ли? А не две. Что, правильно я том-ям ем? Или нет? Том-ям я полюбил. Третий раз уже беру. Просто люксовая тема. А нет, еще креветка есть. А ну это одна пол. А я еще есть вчера проснулся где-то в 6 вечера, ну после алкострима. В
состояние было не очень. Вчера ничего не ел, естественно. Что это мой первый прием пищи. И последний. Это сегодня. Пирог очень сытный. Мне весь его, наверное, не съесть. Скорее всего, так оно. Креветка. Нет, тут нормально креветок. Я что-то не изначально не увидел. Тут прям вообще нормально. Это сытный суп очень. Еще одна салфетка. Друзья, приступаем к десерту. К десертику. Взял сладкие роллы.
с бананом, да. Так понимаю, посыпано грецким орехом. Шоколадным топпингом вкуснее намного, чем с карамелью. Сладкий ролл вообще тема. Ну и чизкейк, конечно. Тут, в принципе, тоже этот сыр, как он называется-то, присутствует то же самое, что и в чизкейке.
наелся. Это оставим на завтра. В общем, все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на сне, просто бомба. В общем, как всегда.